О, вкусняшечка подъехала! А кто-то планировал не есть после 6, а уже 11:30. У тебя еще 2 часа до сна, можно? Ага, 2 часа, лёжки на диване. От пары конфеток ничего не будет. Конечно, ничего, кроме этого спасательного круга по бокам. Да не парься, в зале завтра отработаешь. Да не пойдешь ты завтра в зал. Это же твоя самая любимая вкусняшка. Как?